Меня зовут Маша Жукова, и в этом видео я хочу устроить для вас новогодний конкурс. Но заранее хочу вас предупредить, чтобы вы не обращали внимания на мой голос или еще на что-то, потому что я заболела, да, прямо перед Новым годом, молодец. Ну, в общем-то, я хотела вам сказать, что за этот год мы с вами пережили очень много как и взлетов, так и падений. Год назад я даже и подумать не могла, что к этому Новому году у вас будет уже так много, потому что у вас уже больше 56 тысяч. Это просто огромное количество. Но абсолютно весь этот год вы меня очень сильно поддерживали. Мне каждый день приходит просто неимоверное количество приятных слов от вас. И даже когда у меня просто ужасное настроение, стоит мне просто зайти в ВКонтакт, почитать ваши сообщения или комментарии под видео, это заряжает просто огромной энергией и позитивом. И именно вы помогаете мне снимать видео и заставляете меня чаще улыбаться. Так что огромнейшее вам спасибо. И я решила устроить этот новогодний конкурс, чтобы очередной раз вас отблагодарить и сказать вам спасибо. Приз для вас я выбирала сама и очень старалась, так что надеюсь, что вы оцените. И так как вы у меня творческие люди, то я решила, что приз тоже должен быть творческим. И в качестве приза я, собственно, выбрала вот такой вот блокнот творческого человека «Удивляй». Мне сразу понравился этот блокнот, потому что у него очень классное оформление, он приятный на ощупь, но помимо этого у него абсолютно все страницы цветные с разными рисунками, что очень классно. Например, мне нравится очень вот эта вот страничка. Он очень яркий и красивый, и его можно вести как личный дневник, или смешбук, или что там еще есть. В общем, можно приклеивать различные фотографии, писать цитаты, все то, что вы только захотите. Придумать с ним можно очень много всего, на то он и блокнот творческого человека. И знаете, этот блокнот мне настолько сильно понравился, что на следующий день я опять вернулась в этот магазин и купила такой же блокнот, только с надписью «Мечтай». И я купила его себе, потому что я просто не удержалась. У него абсолютно такие же страницы внутри, так что у них отличается только обложка. Но оба они очень красивые. С одним из вас у нас будут почти одинаковые блокноты. Так что этот приз мне, безусловно, очень нравится. Надеюсь, что вам тоже, что вы будете участвовать. Кстати, этот конкурс я делаю совместно с другим очень классным видеоблогером. Ее зовут Иви. Мы с ним уже очень давно хорошо общаемся. Мы даже в прошлом году делали с ней новогоднюю коллаборацию, если вы помните. Так что в этом году мы решили вместе сделать совместный конкурс. Это будет подарок от меня, а приз Иви вы сможете посмотреть в ее видео. У нас одинаковые условия, а двух победителей мы будем выбирать вместе. И все, что нужно сделать, это, во-первых, подписаться на мой канал, а также на канал Иви. Ссылка будет в описании. А также напишите внизу в комментариях о том, как вы нашли мой канал, какое первое видео посмотрели, какие были ваши впечатления, в общем, все в этом духе. А еще, если захотите, вы можете написать комментарий к видео Иви, и тогда ваши шансы удвоятся. В общем, условия, я думаю, очень простые, так что я надеюсь, что вы будете участвовать. И, кстати, в следующий раз мы увидимся с вами уже в 2016 году, так что, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Оставайтесь всегда такими же добрыми, позитивными и просто очень классными людьми. Пусть все-все ваши мечты и цели в следующем году сбудутся. Почаще улыбайтесь и радуйте окружающих. Ищите всегда во всем что-то хорошее, потому что всегда у вас будут трудности, какие-то неприятности, но я желаю, чтобы вы их всегда преодолевали. Идите к своей цели и никогда не сдавайтесь, потому что у вас обязательно все получится, я в вас верю. Всего вам самого доброго и самого хорошего, и спасибо за все то, что вы для меня делаете. Забудьте о негативе, живи на позитиве. Не забывайте участвовать в конкурсе и помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю. И увидимся уже в 2016 году. Так что всем пока!